Всем привет, народ! Выбрался снова на рыбалку после предыдущей рыбалки, ловли судака на Ратлина, не могу еще отойти. Только появился день с погодкой, чтобы волны не было, ветра сильного, сразу же выехал на воду. Днем в жару, сейчас около 2 часов дня, буду рыбачить до вечера. Как показывает практика последних рыбалок, судак наоборот клюет с обеда и часов до 7 вечера, а вечером уже 8, 9, 10 практически не ловится. Какие-то тычочки есть, но именно так, чтобы активный жор, клев, именно вот там часов с 3, наверное, до 6, до 7. Поэтому есть вероятность и в 2-3 часа дня поймать нормальный экземпляр. Не знаю, как сегодня будет ловиться, но буду пробовать. Набрал нового силикона с собой, также ратлины прихватил. Будем сегодня рыбачить. Сейчас, друзья, по пути решил заехать на ближайшую точечку, вот, которая тут у меня есть. Смотрите, сразу поклевка. Вот, вроде небольшая рыбка. Судачишка. Опа, опа. Поставил я ратлин, потому что на прошлой рыбалке у меня эти приманки, грубо говоря, выстрелили. Несколько забросов сделал, то такое, были тычки. Вот сейчас вот смотрите, решил сказать пару слов, и тут же на камеру у нас судачок клюнул. Разловился, первая рыба есть. Малыша отпускаем. Сейчас силикон хочу достать, потому что ратлин, это так у меня, на эмоциях, грубо говоря, я после прошлой рыбалки поставил, что приманки проверил, работают, ловят, и вот снова видите, да, поклевки, даже вот судачок небольшой есть. Набрал просто нового силикона и хочу его также попробовать, потестить, погонять по судачку. Заклеил, кстати, я дырку свою от тройника. Купил у нас в городе жидкую латку. Цвета светло-серого не было, там только 2 цвета были. Под зеленые лодки самые распространенные. Такое пятнышко получилось, вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, нормально держит. Сейчас достану силикончик. Вот моя коробочка знаменитая силиконовая. Поднабрал я тут новых приманок. Взял гамблеров, заказал в крупных размерах. Это именно размеры 4,25 дюйма. И это тоже 4,25. И заказал еще больший размер. Это 5,25. Потому что, в принципе, крупный судак, в моем понимании, он и за крупной приманкой будет охотиться. Вот, 4,25, 5,25. В принципе, прикольные такие силиконочки, да, как видите. Вот, последнее время мне больше заходит и нравится ловить на размер именно 4,25. А 5,25 я взял попробовать, еще ни разу не кидал и не ловил. Вот. Такие приманки я уже позаряжал на джиголовке. Вот, 20-граммовые джиги. Крючок тут 6-0. Заказал, кстати, джиголовок себе еще. Сейчас уже достану туда, покажу вам, и какие джиголовки я использую для ловли судака. Итак, смотрите, кулек драгон. Это значит, что и джиголовки у нас будут драгон. В принципе, логично. Заказал на сайте bigriver.com.ua джиголовочек себе. В принципе, заказывал веса 20-25 грамм и, наверное, чуть-чуть 30-очек немного. В основном у меня самые ходовые — это 20-22 грамма. 22 не было. Вот смотрите, как раз под 4,25 дюйма 20 грамм крючочек 6-0. И, кстати, разные есть тут по форме джиголовки. А заказал еще под крупный 5,25. Крючки размером 8-0, да, смотрите. Надо будет потом, даже сейчас давайте, уже раз мы достали, достанем такую джиголовочку. Смотрите, тут качественные крючки VMC, кажется. И так, исполнение на высочайшем уровне. Я, наверное, 2 года уже пользуюсь джиголовками Dragon. Вот, в принципе, они мне очень нравятся. Вот 20 грамм, 6-0, мы сейчас тоже достанем джиголовку и зарядим
тоже какую-то приманочку. Под жиголовком тут, в принципе, есть две формы. Одна вайпер называется, вот такой вид крючка, да, вот как я достал. И еще второй крючок есть, сейчас достану, покажу. Не этот, как-то он там по-другому просто называется. Вот, наверное, спид, вот, да, джиголовки под названием спид. Это название не формы крючка, а просто вид джиголовки. Сейчас тоже достану. Такие, кстати, я еще не пробовал, не тестил. Вот такой формы крючочек. Ну, в принципе, интересно. И они такие острые, прочные, крепкие. То я сейчас тоже достану и такую, и 3,75 приманочку заряжу. Поэтому пополнил себе запас джиголовок. В принципе, у нас потери приманок не особо большие, но там застежка расстегнется, там обкорчи срежешь, там иногда обкорчи обрываются, приманки, поэтому запас джиголовок должен быть. Сейчас сразу приманочки достану, вот, покажу еще и в меньших размерах, какие гамблеры я заказал. Мне очень нравятся с кислотными хвостами приманки, то есть тут впаянный такой яркий кислотный хвост. Вот такие силиконочки. То есть темное тело и яркий провоцирующий хвост. Вот как раз на такую 3,75 приманку. Крючок, джиголовка 4,0. Отлично подходит. Вот так вот вставляем. И все, приманка у нас отлично заряжена. Теперь под силикон 4,25 у нас идет крючок 6,0. Чикс. Вот так вот легко и просто, в принципе, все заряжается. Смотрите, какой цвет классный, такой темно-зеленый с красными блестками, типа как машинное масло, оно темное. Вот заказал, кстати, и машинное масло, тоже цветов. Ну, то есть прикольно так. И не пробовал я еще надевать самый большой гамблер, именно в размере 5,25. Смотрите, 8,0 крючок. Отлично сюда подходит. Кстати, для большого силикона рекомендуют использовать веса уже поменьше. Поэтому тут у меня джига 15 грамм. Для того, чтобы он, ну, больше парусил. И помимо игры хвостом, у него появляется еще и роллинг. Если использовать большие веса грузов, то роллинга такого уже нету, не будет. Поэтому надо для большого силикона. Это я подсмотрел у российских спортсменов. Они, в принципе, такие видео выкладывают на YouTube, тоже рассказывают там, как они ловят, какие приманки, какие веса. Смотрите, как красиво. Вот такой силикон. 8,0 крючок, в принципе, идеально. Отлично. Поэтому приманочки у меня заряжены на рыбалку, да? Силикончик такой. Осталось теперь поймать рыбу, как говорится. Все, поехали в далекие края навстречу крупным судакам. Ну или не очень крупным, уже какие будут. Сейчас, друзья, приехал в места, где примерно хочу рыбачить. Смотрю по эхолоту, что тут, где есть белая рыба. Потому что, ну, там идет канава и судак, грубо говоря, на свал может выходить в любом месте. То я смотрю, где там есть бель по, ну, по канаве. Бель в основном внизу стоит всегда. И потом уже выставляюсь примерно в тех местах. Обычно там, где есть бель, там примерно есть и судак. Днем солнце так палит достаточно жарко. Но уже там 16:00 пошел, поэтому я думаю, сейчас жара будет спадать. Я даже кепку не одеваю, просто накидываю капюшон. Так, в принципе, свежее, потому что кепка, сверху капюшон, уже жарко. В капюшоне, в принципе, прикольно. Сейчас вроде бы выставился, какая-то рыбка есть, показывает. Ну, будем пробовать ловить. Если клевать не будет, будем искать дальше. Друзья, вот стал на точке, только кинул. Сразу на яме, на падении, ну, какая-то поклевочка. Ну, что-то небольшая какая-то рыбка. А это судачишка у нас. Такого небольшого размера. Оп. На первом забросе. Ну, в принципе, это признак неплохой.
Значит, рыба есть. Вот фиолетовый гамблер наш разловлен. Рыбку отпускаем. Будем ловить дальше. Опа. Есть поклевка. Класс, уже тут. Повыше, повыше. Опа. Так. Вроде судачок такой, ну. Не супер крупный. Опа. Есть. Ну, вполне себе приятного размера. Опа. Все, значит. Выставился, в принципе, я правильно, потому что, вот, грубо говоря, несколько забросов, и на каждом есть контакты с рыбой. Пусть судачок такой небольшого размера. Вот, ну, кстати, на крупный силикон. Вот, гамблер 4,25 дюйма. Тот фиолетовый работает. Приехала вон сюда вторая лодка. Вадим со своим дядькой. Сейчас тоже, ну, не так, в сторону куда-то пошли. Такая у меня коробка с ратлинами. Ну и какую-то силикон тут у меня лежал. Выкинул силикон. Надо какую-то толковую купить. Я ж раньше на ратлины просто не ловил. То у меня для этого ничего и не приспособлено особо. Так, сейчас поставим нашего бойца, который у нас ловит судаков. Ну, попробуем. Я же говорю, день на день не приходится. Один день работают одни темы, другой день другие, третий день просто рыбы нету. Ну, не клюет в каких-то, да, там проверенных местах. Поэтому сегодня также может быть все что угодно. Опа. Есть, друзья, поклевочка. Вроде рыбка небольшая. Сейчас посмотрим. Что там у нас? Ага. Небольшого судачишку. Подбагрил чуть-чуть. Тройничком. Опа. Ну, смотрите, да. В принципе, то, что на силикон у меня клевало, да. Такой же судачок клюнул и на ратлин. Этого отпускаем. Ну, будем стоять, пробовать дальше. Потому что вот ловится мелочь, но по ощущениям, то, что были сходы, то рыба была там толковая. Есть, друзья, поклевка у меня. Опа. Сейчас я переставился, короче, трошки. А, ну это небольшой судачок. Опа. Фух. Ну, сейчас посмотрим. Вроде бы сейчас нашел другое место. Сейчас, короче, нашел другое место, переставился, потому что там, ну, несколько судачков я поймал, короче. И все. На этом. На этом клев закончился, поэтому я пошел дальше искать рыбу. Нашел тут приямочек. Тут у меня участок еще не отрисованный вообще. Нашел приямок, 12 метров ямка. Ну, выход там на 7, на 5. Где как. Вот. И белая рыба там тоже, ну прямо забита эта локальная приямка. Локальный приямок забит белой рыбой. Вот на выходе. Ну, у меня только что сошел покрупнее перед этим. Это малыш. Опа, есть. Ого. Что это такое? Ого. Что это такое, народ? Вообще что-то неподъемное почему-то. Ого.
Блин, это щука, наверное. Так она пошла наверх что-то. Интересно, там как раз и белая рыба была. Смотрите, как пошла. И наверх так поднимается. Сейчас, может, свечка будет делать. Но мы ей не дадим сделать свечку. Ну, по крайней мере, попытаемся это сделать. Ого. Что-то там такое. Ух. Ух. Ух ты. Охренеть. Что это такое за рыба? Жесть. Это непонятно вообще. И не видел я еще. Что поднять, посмотреть. Хотя бы увидеть. Ого. Ого, ого, ого. Мне туда не надо, там якорь. Фу, жесть. Капец. О, пузыри пустил. Может, сомик. Да хотя сомик так наверх бы не подымался. Ну, сейчас. О, он что-то. Приманку я увидел. А рыбу. А, щука. Фух. Это народ щука. Сейчас что свечку сделает, чи не. Так, ну сейчас не будем спешить, чтобы она у нас не сделала свечку. И возьмем. Надеюсь, если повезет. Вот, смотрите, да, по эхолоту просто искал новые места. Вот такая торпедка хорошая. Давай, иди сюда. Да и форсировать не хочется так. Вот это прикол. Да, вот это интересно. Эти летние щуки, они ж такие вообще бойкие. Да, не сдается, смотрите, до последнего. Ну, вроде поднимается. Где там она? Не вижу. Фух. Иди сюда. Блять. Маленький пацак. Смотрите, что вытворяет. Просто жесть. Ну хоть покатаю ее. Получу удовольствие от вываживания. Блин, так вроде наверх шла и нырнула в глубину. Да иди сюда уже. Хорош тебе. А, есть. Дома. Ну такая небольшая щука, ну блин. Дала жару вообще. Нормально. Фух. Ну хоть что-то уже сегодня похожее на рыбу удалось поймать. Вот смотрите, народ, какая щука. Приманочка Westin. Та, на которую только что судачок у меня был. И тут клюнула щука. Ну, я же говорю, как для такого сопротивления, то щука небольшая. Ну, 3 килограмм нету, где-то 2,5. Такая рыбешка. Вот.
Кстати, эта рассветка, мне только что Вадим сказал, Вестина закончилась уже на Карбзандре. Потому что я ловил на нее судаков, и их просто разобрали. Ну ничего, я думаю, скоро еще подвезут. Сейчас как-то буду все доставать, выпутывать, и приманку, и щуку. Ну классно. И это ж я только стал на точку, может тут еще что-то будет интересное. Вот так вот, народ, думал, будет работать одна точка, там поклевок. Ну как, были поклевки, но такое, мелочь. Совсем не то, что хотелось бы. Ну, Вадим там чуть-чуть тоже подловили таких судачков. Вот, я стоял, упирался, менял приманки, ничего не было. Поехал тоже дальше искать. Сейчас буду продолжать еще тут ловить. Еще там видел рядом классное место, выход с канавы и куча бели. В принципе, есть чем заниматься. Главное, сделал ошибку, задержался долго на одном месте, в которое очень верил. Ну, время есть, поэтому ловим дальше. Есть, друзья, поклевочка на следующем забросе. Вот, но это, я уже думаю, это судачок. В принципе, не сильно большой, но... Не всегда ж ловить, да, трофейных рыб. Да, хотя можно и так его взять, короче. Он там сидит. А чтобы в подсаке потом не путаться, короче. Вот, в принципе, местечко нашел. Даже точку можно забить. Тут такой на канаве, именно локальный приямок, так сказать. Надо карцанг. Локальный приямок, что там канава идет 10 метров, где-то 8, а тут 12. И вот как раз на выходе вот стоят судачки, щучки, а на ямке бель. Поклевка. Четко вот выход. Выход. С ямки, бугорочек там, и там стоят судочки. Такие судочки, но небольшие, но все равно клюют. Четкие поклевочки, то прикольно. Поклевка, ого, ого. Это что-то такое. Вдогонку, кстати, клюнула рыба. Я перетаскивал через бугорок, она раз упала на мель, раз упала на мель, короче. Вот. Ага, ну это за хвоста поймал. Ну и судачок такой, чуть крупнее предыдущих. Вот. Хорош. Вот еще одна такая рыбка. Это тоже такой грамм 700. Вот, друзья, приманочка Westin Shad Tiz Slim 10 сантиметров. В такой натуральной расцветке с красным хвостиком. На джиг-головке Dragon 20 грамм. Размер джиг-головки сколько? 4.0. Под такие приманки я ставлю. Ну, в начале видео я, в принципе, подробно показал, какие... джиголовки по размеру, под какие приманки. Это приманка 10 сантиметров, 4 дюйма примерно, в принципе не объемная, поэтому под нее 4.0 крючочек подходит хорошо. Сейчас вот у меня поклевки на каждом забросе тут практически. Главное, ну и так, кидаю на ямку вот эту 12 метров. О, поклевка. И вот вытягиваю на свальчик сюда, наверх, к себе, к лодке. Вот поклевка, смотрите. Чикс. Вот, и тут рыбки, судачки стоят. Блин, сошел. Судачки стоят, караулят и клюют. Обалденно. Поклевки на каждом забросе, да, что может быть лучше. Лучше могут быть трофейные судаки только. Такие трешки, четверки. Двушки неплохо тоже, но половим и таких. Есть. Один сошел, второй догнал.
иди сюда. Вот такой небольшой судачок. Опа, смотрите, да, расстегнулась застежка. Как иногда бывает. Опа, так бы, если бы над водой приманку потерял бы. Есть, друзья, еще судачок. Сейчас на смене приманки. Вот такой бодренький. Возьмем в подсачек. Опа. Класс. Чикс. Сейчас на ту приманку покидал. Думаю, поставлю что-то другое. Поставил там парочку, поменял. Не было поклевок вообще. То есть, прикиньте, на Вестин на каждой проводке поклевка. Кидаю другие, вообще типа не клюет. Поставил гамблера из новых, да, с кислотным хвостом. И сразу вот на первой проводке есть судачишка. Ну, такой тоже стандартный, скажем так. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Опа, что это такое? Кто-то у нас тут есть. Ага. Еще один судачок. Он, я думал, что покрупнее. Он как-то так под бородой, смотрите, да, придавил. Ну, смотрите, тоже, кстати, классная вот рабочая приманка. С кислотным... Ах ты! С кислотным хвостом. Я, кстати, в прошлом году себе такие заказывал. Их у меня было всего 3 штуки. И этот цвет именно самый первый и кончился. То есть на него ловилось. Потом его долго не было в наличии. Сейчас они появились наконец-то. Вот заказал. Ну, смотрите, работает. Вот такая контрастная тема с хвостом рыбу привлекает. Еще одна рыбка есть. Опа. Я так вижу, что он жадно засекся хорошо. Можно и палкой закинуть. Чикс, чикс, ага. Застежки все-таки расстегиваются. Это вообще разогнулось. Ну вот еще такой. На гамблера. Вот, народ, смотрите, сколько белой рыбы показывает. Да, огромная просто стая. Судака непонятно, потому что это бель. Стоит до самого верху там. Сейчас вот тут свальчик, потом идет выход. Не знаю, метров на 6, наверное, на 7. Сейчас попробуем тут встать наверху канавки и буду кидать именно вниз к этой белой рыбе. А, ну 7 метров тут, короче, наверху. Ну, я думаю, нормально. Есть поклевка. Видите, отстал. Тут поклевка есть. Ага, ну такой судачок. В принципе, опа. Стандартного размера. Так, спокойно, крестьяне. Чикс. О, пожалуйста. Есть очередная рыбка. На гамблерок. Так, друзья, сейчас выставляемся в новом месте. Оп, выходим с канавки на горбик. Глубина 5 метров. Можно становиться. Такую рыбу показывала. Рыба есть. И белая рыба есть там внизу. Но как раз под 5 метров у меня веревки тут заточены. Ах. Сейчас посмотрим. Вот тут тоже выход с 12 на 5. Тоже, ну, это хороший перепад обычно. Если там с 12 на 8, там есть 12 на 7, то оно не так хорошо работает. А вот с 12 на 5, ну, достаточно большая разница глубин, типа. Я думаю, должен быть тут судачок. Ну, как бы он и там есть, где я только что кидал. Там видно, что четко стоит судак. Вот возле дна и такие, ну, нормальные особи, там, за кило. Рябины и не берет что-то, вот не хочет он брать. Ну, посмотрим, что будет тут.
Сейчас такой, ну, достаточно резкий выход такой. По свалу буду так затягивать наверх. Посмотрим, что с этого получится. И получится ли что-то вообще. Ого, поклевка, смотрите, сразу. Чикс. Да, значит, все нормально. Резкий выход, вот то, что я говорил. Разница глубин. Белая рыбка. Внизу. Опа. Ну, пусть такой судачок небольшой. Полкило. По сегодняшним меркам стандартный. Сегодня у нас будет рыбалка не на качество, но на количество зато. Вести на 5. Опа. 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 Есть, друзья, поклевочка еще. Что-то хорошее. Это уже что-то интересненькое. И пока по поведению не знаю. Вроде бы и вниз так особо не давит. Опа. Ну, сейчас будем смотреть. Щука уже у нас сегодня была. Но щука вела себя по-другому. Это все-таки больше похоже на судака. Фух. Опа, иди сюда, мой зайчик. Иди сюда, мой зайчик. Блин. Опа. О, народ, вот это уже класс. Это уже двушечка, судачок. Хорош, хорош. Вот видите, выставился в хорошем месте, которое, ну, сегодня нашел, просто отрисовав новый кусок карты. Фух, класс. Ну, поклевка была шикарная. И на вываживании он так сильно сопротивлялся, давил. Смотрите, какой классный. Ух ты, ух ты, ух ты. Борзый. Так я его поднял, он лежал смирно. Сейчас теперь начинает брыкаться. Красивый судачок. Тоже клюнул у нас на вестин. Сегодня у нас самый крупный. Ну класс, красота. Поклевка, вываживание. Все как и должно быть для такой рыбы. Офигеть. Сейчас, друзья, продолжаю поиск рыбы. По чуть-чуть перемещаюсь. Сейчас я изучаю именно новый участок водоема. Там, ну, прикольные места есть. Всякие корчей нету, но всякие бугорки, перепадики, ямки. Ого, поклевка. Смотрите, да, уже в новом месте стал. Далеко так клюнула рыбка. Что подсадчик может даже взять. Интересно, вроде, ого, такой, брыкается такой судачок нормально. Сейчас посмотрим, кто это у нас там такой. Да, такой, боевой. Зандер. Вот тоже, в каких-то местах рыбы больше, в каких-то там стал, ну, первые два заброса там есть. Поклевки, да, и все. Так что, ну, в каких-то местах много поклевок, но мелочи. Вот, пожалуйста, такой еще один судачишка с новой постановки. Там, кстати, где крупный был, там я кидал, вообще поклевок больше не было. И ратлины кидал, и силикон. Сейчас вот переставляюсь. Чикс. И на вестин есть рыбка. Пожалуйста. Есть, друзья, еще поклевочка с этой же точечки. Ну, не знаю, это что-то такое вроде бы нормальное. Так брыкается хорошо. Сопротивляется. Тоже что-то. Ага, судачок такой там извивается. Опа. Есть. В подсаке. Смотрите, да, вот в новом месте стал. Это там через заброс буквально тоже поклевочка на выходе с канавки. Оп.
Этот уже побольше такой судачок. Под кило. Тоже приманка. Приманка у нас та же. Вот Westin, пожалуйста. Все как положено. Сейчас солнце уже начинает садиться. Ну, в принципе, еще время есть. Обычно на вечер у нас клев судака затихает уже после 7 часов. Но пока еще ловится. Есть, друзья, поклевочка еще. Тоже сейчас переставился я. Я уже скоро буду и заканчивать, наверное. Но дорисовал, кстати, канавку вот эту, на которой сегодня ловил. Она, оказывается, имеет свой конец. Вот. И, ну и все. И, грубо говоря, полностью классный перспективный участок на водохранилище у меня отрисован благодаря сегодняшней рыбалке. Вот. И рыба даже клюет еще. Смотрите. Жадная поклевка. Смотрите, он как закушал нашу приманочку, да, Westin. Ну и судачок по размеру такой хорошенький. Хочется его так взять как-то красиво, вам показать вам. Смотрите, какой классный. Приманка так круто торчит с пасти. Ну класс. Стал на свальчике в конце канавы. Еще одна рыба есть. Ну что, народ, вечереет. В принципе, сегодня немного рыбы половили. Я бы даже сказал, сегодня крутая рыбалка была. Пусть без каких-то супер трофеев, но тем не менее. Щука такая под трешку у меня была. Судачок красивый, двушечка. Ну и таких стандартных судачков тоже, я думаю, там пару десятков, в принципе, удалось сегодня поймать. Обрыбил какие-то новые модели силикона. Старые проверенные рыбки силиконовые также в очередной раз подтвердили свою уловистость. Поэтому считаю, что все было круто. Прошелся по новым местам, отрисовал новый участок карты. Несколько точек достаточно интересных нашел. Такие ямки, выходы из ям. Ну, пусть там немного, но с каждой такой точки рыба ловилась. Там где-то было 5 судочков, где-то 3. Ну, я думаю, в следующие разы там может быть даже лучше или хуже. Ну, надо уже просто потом становиться и смотреть. В принципе, в этих местах несколько новых точек забил. И это очень важно, очень круто. Я сегодняшней рыбалкой доволен. Пишите в комменты, как вам такая рыбалка. Рыбалка летом, в июле на судака, на водохранилище. Как по мне, все было круто. Сейчас осталось сложить снасти, все приманки свои силиконовые, сложить обратно в свою коробку. Вот пару ратлинов у меня висит. Ну, в принципе, все как положено. Некоторые новые модельки, да, я сегодня обрыбил. Вот, поэтому прикольно. Гамблеры большие обловил, пусть там несколько хвостов поймал, но тем не менее. Все, друзья, буду собираться, ехать домой. Всем пока и до встречи на воде.